Егора Кончаловского в «Жаворонках» встретил полный зал зрителей разных возрастов. В ходе встречи режиссер ответил на вопросы публики. Творческий вечер известного кинорежиссера прошел в рамках первого открытого фестиваля кинодебютов «Магия кино». На сегодняшний день для участия в фестивале кино подано 80 заявок. Хотелось поблагодарить Ольгу Капецкую, во-первых, за то, что приглашает, во-вторых, за замечательный театральный коллектив, который здесь создан. И, насколько я знаю, он очень востребован в Подмосковье, очень разнообразный репертуар, это здорово. География участников выходит далеко за пределы Москвы и Подмосковья. Свои работы от роликов до полнометражных художественных фильмов прислали из Владимира, Астрахани, Ханты-Мансийска. Кинофестиваль «Магия кино» стартовал в Одинцовском районе в год российского кино. Предполагается, что он станет ежегодным. Прием заявок продлится до 1 октября. Итоги подведут в середине декабря. Что такое фестиваль? Фестиваль – это в любом случае мероприятие, которое объединяет людей, у которых какой-то есть общий интерес, общее дело. Вот. И в результате вот этого их общего интереса, в результате их общего дела, значит, рождаются какие-то вещи. Лучшие картины будут отобраны в ходе бесплатных показов киноработ с помощью зрительского голосования. Главный приз – сертификат на бесплатное обучение у мастера-кинематографиста. В кинофестивале примут активное участие жители поселения. На творческом вечере Егор Кончаловский рассказал о своей семье, службе в Алабино, учебе за границей. 8 лет он прожил во Франции, Америке и Англии, где получил высшее образование. После этого так получилось, я снял еще два таких фильма. Один в столице Казахстана, для Назарбаева. Художественный фильм игровой, но 20-летию независимости Казахстана. В копилке режиссера искусствоведческое образование и работа в рекламной индустрии. Поделился Кончаловский и впечатлениями о работе в Общественной палате Подмосковья и творческими планами. Святослав Савенков, Екатерина Гайдашова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».